В районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то танки и пехота СВА, располагающиеся в этом районе... База наша!
Заняли базу! Буки захватили наши позиции! Войска США растерли в порошок танковый взвод СВА, охранявший долину в Хубай. С потерей этого важного источника продовольствия солдаты противника будут голодать в сезон дождей. Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия.